Просто-напросто судья Равиль Мукушева по приказу Тугаева не принимает, ни одно ходатайство не удовлетворили. Сейчас не будет протокол подготовиться к прениям, ознакомиться нам с этим обвинением, не подготовиться к прениям. Это вообще не могу. Блин, можно не кричать, а? Я считаю, это политическим преследованием. Это политический заказ, полностью сфабриковано. Ничего не совпадает, ни время, все эти документы незаконные. При этом они спокойно рассматривают и говорят, что новые формулировки, там никакие-то неизвестные законы применяют, которые в Казахстане, что МУКП не существует. То есть это все полностью показывает политический характер данного уголовного преследования.